Всем привет, меня зовут Марина. Сегодня будет обзор заказа с магазина, интернет-магазина NewChic. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Также в этом видео будет конкурс, розыгрыш. Присоединяйтесь, подписывайтесь, поучаствуйте. Это будет в конце видео и, естественно, правило к этому розыгрышу. Ну, заказали мы с сыном два товара. Он себе заказал зимнюю куртку, а я заказал себе мизороллер. Так что, я думаю, девушкам, женщинам это, возможно, будет даже интересно. Вот, ну и поехали. Как видите, здесь бесплатная доставка при заказе от 2384 рубля. Возврат товара в течение 14 дней. То есть получается от 35 долларов доставка бесплатна. Ну, у меня вышла бесплатно. Так, здесь разные акции всевозможные можете увидеть, получить купоны и так далее. Множество всяких отделов, новинки женщинам, мужчинам, сумки, обувь, красота, ювелирные изделия, часы для дома и сада, детям товары, аксессуары, акции и различные бренды. Вот такую куртку выбрал у меня сын. Она, кстати, идет тут в трех цветах. То есть это вот такой какой-то хаки называется. Черный. Он выбрал черный и синий цвет. Здесь очень удобно, вот черного цвета он выбрал, очень удобно просмотреть товары со всех сторон. Ну, в принципе, я в прошлом видео показывала. Я думаю, кто делает заказы или кто будет делать заказы, это все понятно. Вот, все можно увидеть. Так, далее, что нам здесь еще поясняют? Ткань, материал, полиэстер, тип застежки, застежка молния вверх, длина рукава с длинным рукавом. Эта куртка как бы считается зимняя, воротник с капюшоном, цвет хаки черно-синий, случайно, так, ну это зима. Пакет включено пальто. Ну и нам нужно, естественно, выбрать размер. Размер я выбирала на примерно 54. Вообще мне сын 50-52 носит размер, но я выбрала 54. Это по этой таблице выходит 2XL. Вот мы нажимаем на 2XL, мы здесь видим. Так, что мы здесь видим? Так, нажимаем на саму таблицу. Так, вот руководство по размеру. Нам нужна таблица. Мы здесь ставим, естественно, Россию. И в сантиметрах. Нам так будет более понятно. А у меня сын размер 50-52. Он колеблется так, как в зависимости от вещей. Я выбрала 54, зная, что вещи могут маломерить. Вот. Ну, естественно, подобрав все размеры, параметры, которые здесь указаны. В итоге оказалась куртка как раз. Так что имейте в виду, что в данный момент эта модель куртки маломерит на один размер. Так что, если вам она будет интересна, заказывайте на один размер больше обязательно. Ну, как измерять, я думаю, здесь все понятно и ясно. Можно прочитать. Цену вы тоже видите. Постоянно идут скидки в этом магазине, поэтому, естественно, я тоже старалась как бы обратить внимание на скидки. По поводу мизороллера, оказывается, ссылка моя сгорела, и они в данный момент распроданы. Конечно, они, возможно, появятся, товар периодически появляется, пропадает, как обычно это бывает в интернет-магазинах. Но сейчас я вам покажу страничку. Красота. Заходим. Что она, зашла она? Так, зашли в красоту. Здесь у нас есть уход для инструменты для ухода за лицом. Здесь мизороллеры, массажеры, все, что вам нужно, можно найти, в принципе. Так как моя ссылка сгорела, в данный момент его нет. Можно здесь, конечно, посмотреть другие всякие различные инструменты. Думаю, для многих они знакомы. Вот видите, есть мизороллер уже в другом варианте, подороже. У меня был подешевле, самый дешевый выбрала. Как мне кажется, самый подешевле. Так, ну и здесь разные-разные вот варианты присутствуют. Это вы уже можете посмотреть сами. Вот цены. Вот. Ну и так далее. Ознакомиться. И здесь очень много страничек. Я, естественно, мизороллер покажу вам и куртку, мизороллер, свой массажер. Сейчас прям более наглядно и подробно. Мой мизороллер пришел в такой коробочке. Кстати, он там бултыхался, как видите. Но зато он пришел весь целенький, не побитый. Внутри было все хорошо упаковано. И вот такой упаковочке. Все было запечатано. Я, естественно, уже распечатала. Выглядит очень симпатично.
Вот так. Ой, у меня тут съезжает. Я выбрала, естественно, 0,5 мм, так как мне кажется, это самый такой, ну, нормальный объективный вариант для кожи, для лица и для шеи. Вот. Выглядит это все вот так. Аккуратненько. Кстати, он там не мотыляется внутри, так как тут есть такой зажим, который прижимает. И там никаких колыханий внутри коробочки не происходит во время пересылки. Сами зароллер иглы не касаются вот этой вот внутренней части. Это очень хорошо, так и должно быть. Руками я его трогать не буду, конечно, пока. Но, как видите, футляр все прекрасно выглядит пластиковый. Ну и вот сам мизороллер вот с такими вот иголочками. Маленький, 0,5 мм. Я думаю, это будет не так вредно для кожи и не так страшно начинать. Хотя как бы небольшой страх такой присутствует, конечно. Вот. Хотела показать изначально, сказать уже сразу, нравится, не нравится действие. В видеороликах очень много можно эту тему найти. Но дело в том, что у меня высыпания на лице появились, я поэтому подожду, потому что во время каких-то воспалений на коже ни в коем случае этим предметом пользоваться нельзя. Так что вот такая штучка очень любопытная. И я так думаю, что после 40 лет пора уже начинать ими пользоваться потихонечку вместе с сыворотками. Обязательно, кстати, сниму видео, когда попробую, когда уже какой-то опыт набью. И обязательно потом расскажу, нравится эта штука или нет. И реально помогает она для кожи, которая уже не слишком, так сказать, молода. Или, ну, я думаю, скорее всего, помогает, потому что видео уже насмотрелась, прежде чем заказать. Я думаю, что это очень хорошая действенная штука. Далее сама курточка. Куртка выглядит вот так. Она позиционировалась как зимняя, но хочу сказать, что она для Кубани пойдет, возможно, как зимняя. Но для зимы именно в средней полосе нашей страны она не годится. Она будет просто демисезонная. Сейчас покажу вам ее поближе. Здесь вот идет вот такой мех. Я покажу сейчас ее на сыне. Он ее примерит. Вот такой воротничок. Кстати, здесь мех есть и в самом капюшоне. Металлические, кстати, кнопки. Здесь не пластика, как я вначале подумала. Вот такой воротник. 2XL, как видите, это 54 размер. На сайте, а на самом деле это 52. То есть на размер, мало мерит на размер курточка. Вот такой приятный, похож на плед, внутри мех. Такой пледовый, ну, акриловый, скорее всего. Ну, или полистеровый. Вот так внутри она выглядит. Здесь есть кармашек стандартный. В рукавах там нет меха, но там внутри вставлен синтепон. Короче, рукава достаточно теплые. Вот, рукава достаточно теплые. И здесь имеется резиночка, чтобы не задувало, не продувало. Вот так слегка прошита. Кстати, пришла она вот в такой коробке мне, как видите. И в упаковке. Заупакована в упаковке ньючик. Вот так что все было приятно и культурно. Вот с такой вот застежечкой. Куртка со стороны выглядит вот так, она не спортивная, но мне кажется, она современная, и мне очень нравится черный цвет. Такая строгая достаточно. Выглядит она вот так, кнопки здесь пластиковые. Вот такой хороший кармашек, который достаточно глубокий. Сыну она села хорошо, прям четко по фигуре. Опять же, здесь присутствуют карманы, еще вот карманы у него. И кнопки, которые не пластиковые, как я вначале подумала, они металлические. Здесь идет замочек. Замок хорошо работает, никаких проблем нет. Плечи отторочены вот такой вот, как бы сказать, погонами, что ли. Ну, они как бы украшают куртку очень неплохо. Рукава прошиты. Вот. Выглядит рукав вот так. Ничего туда не задует. Единственное, мех вот такой вот на любителя, конечно. Ну, мех мы, естественно, уберем. Он снимается, он там на замочке. Он отстегнется. И вот такой вот капюшончик. Капюшон внутри меховой. Теплый, утепленный. И вот такая прошивка куртки идет сзади. Вот. Выглядит это примерно вот так. Ну, курточка с капюшоном выглядит сзади вот так. Я думаю, как бы всем ясно и понятно. Классическая куртка.
Естественно, она подходит на осень, весну, так как она не слишком теплая. Но для Кубани зимой в ней тоже вполне можно ходить. Ну, вот так вот еще, я еще раз покажу, как она выглядит. Вот так. Ну, и вот так. Сын, тебе нравится куртка? Угу. Ну, вот как хорошо. Ну и поговорим о конкурсе. В конкурсе будет участвовать, вернее, пойдет победителю вот такой блокнот на 80 листов. Вот, очень симпатичный. Он не в клеточку, он в линию идет. Я думаю, пригодится новой хозяйке для записей, для чего-либо, либо даже для какой-то учебы, смотря кому попадется. Далее идет украшение. Далее идет вот такое винтажное украшение. Мне оно очень нравится. По сути, если честно, я покупала, конечно, его себе. Но у меня, как бы, оно на мне не так красиво смотрится, как бы мне хотелось. Хотя цепочка достаточно очень длинная. Ее здесь, видите, здесь много цепей, целые ряды. Она совершенно новая. И почему я не оставила себе? Потому что эта цепь хорошо, прекрасно смотрится именно у кого не очень большая грудь. То есть это второй размер, возможно, максимум третий, но не больше. Это прекрасное винтажное украшение подойдет под разные стили, и не только каким-то возрастным дамам. Естественно, а в первую очередь даже более молодым, энергичным, кто носит джинсу, футболки. Это украшение прекрасно смотрится на футболках, на фоне джинсы, в курточках джинсовых. Также оно на водолазке прекрасно смотрится. Оно ко всему практически подходит, оно универсальное. Его не надо одевать на праздник, его можно одевать просто каждый день. Хоть техникум, хоть на работу, на учебу, в институт. Но не в школу, конечно. Вот. И оно подчеркнет вашу молодость, если нежели оденете это украшение на футболочку. Но оно шикарно красиво сидит и смотрится, но только грудь, если не слишком большая. Но у меня все наоборот, поэтому на мне это не так красиво смотрится. И я решила поделиться с вами этим украшением. Также к этому колье прекрасно подойдут к винтажным вот такие винтажные как бы сережечки. Сейчас вам покажу их. Выглядят они вот так. Здесь такой как бы пластиковый или стеклянный, не знаю, камушек. Так, сейчас поближе. Вот так они выглядят. Они тоже новенькие. Я просто такие... Я вообще сережки не ношу. Гвоздики практически редко очень. Но поэтому они, конечно, прекрасно сюда подойдут. Вот к этому украшению, мне кажется. Вот так оно выглядит хорошо. Красиво. Вот такое сердце. Сердце, само все это металл, конечно же. Сердце такое легенькое, не знаю, с чего. Но мне оно очень нравится. Я думаю, что из моды оно никогда не выйдет. В общем, вот такая красота. Так что, девочки, подписывайтесь. Ставьте лайк обязательно этому видео, это условия конкурса. И просто напишите какой-то комментарий. То есть, самое главное условие – это быть жителем России, поставить лайк этому видео, подписка и комментарий любое под видео. Главное, чтобы себя обозначили, чтобы я, рандомайзер, мог вас отобрать. Ну, в принципе, и все. Спасибо за просмотр. Всем до свидания, всем пока. Впереди праздники, поэтому, надеюсь, вам этот конкурс будет интересен. И не забываем пальчики ставить вверх, конечно же.